Друзі, я повернувся знову ж таки до ефіру. Радий вітати усіх, хто щойно долучився до нашого прямого ефіру програми «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». А також вітаю усіх, хто прокидається разом з нами щоденно. Бачимо, навіть іноземні люди, артисти використовують українське поєднання кольорів синє та жовте. Я хочу представити людину, яка так вже в нас в ефірі. Це Беркунський Євген, старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій. Людина, яка також прославляє Україну і Миколаївщину на теренах України. Отож, вітаю вас, дякую за те, що завітали до нас в ефір. Я бачу багато в нас грамот, багато дипломів, тому я так думаю, що буде сьогодні розмова достатньо таки насичною, адже робота, яку ви проводите, достатньо таки цікава. Отож, для наших телеглядачів, буквально анонсом в декількох словах, що представляє собою кафедра інформаційних управляючих систем та технологій, робота, основна напрями роботи, а потім вже поговоримо про досягнення. Ну, спасибо за можливість розказати о роботі нашої кафедри. Ми працюємо над тим, що готуємо вже багато років студентів по направленням комп'ютерних наук, готуємо по спеціальності, яка була вже названа інформаційні управляючі системи і технології. В современном мире это не просто программирование, это не просто математика, которая, конечно же, важна. Это некое объединение вот этих всех вещей, и, возможно, это, по сути говоря, большое-большое направление, которое предстоит еще только развивать и развивать в нашей стране. А какие в зале специальности у вас представлены? У нас наша кафедра готовит специалистов по двум специальностям – информационно-управляющей системы и технологии. И также мы готовим специалистов, ну теперь уже не специалистов, теперь уже магистров, по специальности компьютерно-эколого-экономический мониторинг. Также у нас есть специальность, по которой уже несколько лет начали работать. Это выпуски магистров по специальности информационные технологии проектирования. Угу. Взагалі, після випуску із вашої кафедри, з вашого університету, які перспективи працевлаштування, який спектр професій можуть обрати собі ваші випускники? Ну, у нас на самом деле випускники, получается, что трудоустраиваются даже раньше, чем успевают закончить университет. Mm-hmm. К сожалению, это у нас есть такая большая проблема. На старших курсах нам приходится гоняться буквально за студентами. Они уже работают почти все. Многие работают в николаевских фирмах, которые занимаются информационными технологиями, IT-компании, которые представлены в Николаеве. Некоторые даже уезжают даже в процессе учебы в другие города. Есть сотрудники наши выпускники в Приватбанке. Наши сотрудники есть в компании, например, Template Monster, компания Hosting Max, также известная как GeeksFulless, угу. и так далее. Есть в киевских компаниях EPAM, Luxoft. Тобто в провідних, скажімо так, компаніях все ж таки працюють ваші працівники, точніше ваші студенти. Отож, давайте перейдемо все ж таки до того, що в нас на столі, це дипломи і грамоти. Хотілося б запитати про це різноманіття. Я дивлюся, деякі є однотипні, тобто ось дипломи, так що це за змагання було, що це за конференція чи... Международная олимпиада IT Universe проходит уже несколько лет. Раньше она называлась IT Планета. Сейчас произошло небольшое разделение в связи с определенными обстоятельствами. Есть IT Планета отдельно происходит в России. У нас происходит олимпиада под названием IT Universe. IT Universe – это международная олимпиада, где участвуют Украина, Казахстан, Беларусь, Азербайджан. В этом году, буквально вот 5 дней назад, проходил всеукраинский национальный финал этой олимпиады. И вот результат этой олимпиады, у нас очень много победителей из нашего вуза. И как результат, первое место по Украине занял наш вуз. Это в основном представители нашей кафедры и также кафедры программного обеспечения систем, угу. Тоже нашего университета. Это как раз диплом, так, из... цієї олімпіади, покажемо нашим телеглядачам. Що олімпіада, в якому форматі вона проходить? Чи це формат звичайної олімпіади, коли і де теоретичні, а потім практичні якісь змагання? А чи можливо щось інше? Да, це дуже цікава олімпіада. В ній, во-первых, в отличие от обычных олімпіад, которые
инициируются Министерством образования. Вот эта Олимпиада была инициирована именно IT-компаниями Украины и других стран, и проходит при поддержке Министерства образования. Но самая главная ее особенность заключается в том, что в ней есть много конкурсов, дают возможность студентам себя показать с самой лучшей стороны. То есть конкурсы, в которых нужно за определенное время реализовать какую-то конкретную задачу. То есть задачи на программирование, на решение какой-то прикладной задачи. А есть конкурсы, на которых нужно представить свою разработку, какую-нибудь инновационную разработку. Например, вот конкурс на лучший инновационный диплом. Или нужно представить свое видение проектирования как бы IT-проекта, то есть разработать IT-проект. Его можно разработать было заранее. Или также конкурс, в котором нужно было рассказать о облачных технологиях, о том, как это можно применять в наших повседневных задачах. Взагалі, от якраз про ці хмарні технології ви зараз сказали. Миколаїв, взагалі, університет ваш, наскільки вже просунутий у цих питаннях, чи використовуєте їх, чи застосовуєте у своїй роботі? Ну, собственно говоря, без облачних технологій вообще сейчас сложно себе представить, что бы то ни было. Наш університет уже несколько лет использует сервисы того же Гугла и других больших корпораций для организации работы. То есть, естественно, мы представлены в интернете, есть веб-сайт университета. Все преподаватели и студенты университета имеют аккаунты на сервис Google Applications и имеют возможность пользоваться всеми передовыми возможностями. То есть, документооборот сейчас практически весь идет через интернет. То есть, мы не завязываемся на отдельно стоящий компьютер. Тобто, скажімо так, ідете в ногу з часом. А ще таке запитання, взагалі з провідними IT-компаніями ви працюєте, а чи є якась співпраця, наприклад, стажування для студентів в цих же компаніях? Да, конечно же. Вот по окончании третьего курса наши студенты идут на практику в разнообразные IT-компании. И вот, опять же, в мае месяце у нас проходил круглый стол с представителями IT-компании Николаева в университете, и были заключены договора о том, что, например, определенное количество студентов идет в компанию на практику, в компанию, тот же уже назывался HostingMax, идет в компанию Template Monster, идет в компанию тот же PrivatBank и так далее, они занимаются стажировками не только по IT, а и по другим смежным областям, то есть всем находится, с чем им интересно заниматься. Повернувся до ефіру після такого кліпу. Я нагадую, що для тих, хто щойно долучився до нас, до нашої програми, що в нас в гостях Беркунський Євген, старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій. Говоримо про роботу, про перспективи для студентів. І от якраз на перспективах ми і закінчили перед кліпом. Захотілося б запитати, які взагалі перспективи для студентів, які брали участь у цій Олімпіаді, що на них чекає далі? Ну, во-первых, студенти, які участвовали в этой Олимпиаде. Так получилось, что все наши участники заняли призовые места. В основном это первые места. И они все были приглашены на международный финал, который состоится осенью в Азербайджане, в Баку. Мы надеемся там тоже выступить очень успешно. Ну и по факту, поскольку работодатели уже следят за этими студентами, уже они имеют предложение, уже даже сразу по результатам той Олимпиады и публикациям в социальных сетях уже мне были отклики с приглашениями ребят на стажировку, на работу. Тобто, скажімо так, це яскравий, скажімо так, це крок до свого майбутнього, дійсно, Олімпіада. Тільки запитання в мене виникло таке. Дивіться, вони представляли одні роботи тут, в Києві, так? А в Баку треба вже нові роботи, чи це воно поетапно? На самом деле, немножечко різні конкурси. Тобто, в конкурсі, зв'язаному з програмуванням, дійсно, потрібно буде розробляти щось інше. А от конкурс, наприклад, інноваційних розробок, по сути говоря, предлагается развить тему, которая была реализована здесь, и, может быть, углубить возможности реализации тех задач, которые там есть. То есть разработанный прибор, его усовершенствовать и так далее. Тобто будуть і нові задачі перед молодими спеціалістами. Я хотів ще запитати, ось зараз працевлаштування в Миколаєві ваших студентів, можливо, робота в деяких компаніях, як взагалі вони впроваджують нові технології, наприклад, хмарні технології, в роботу державних установ? Ну, наскільки мені відомо, недавно був
опять же, в рамках круглого стола наших студентов пригласили в обладминистрацию на стажировку для внедрения каких-то новых технологий в документообороте обладминистрации. Также наши студенты работают в компаниях, которые сотрудничают, опять же, тот же Приватбанк, наш Николаевский филиал выразил желание участвовать в работе областных властей, областного руководства, городского руководства и способствует вот этой практике продвижению необходимых технологий наших студентов. Тобто, скажімо так, знову ж таки, перспективи є, і сподіваємось на те, що саме на ваших плечах будуть нововведення, які прийдуть в державні установи. Менше будемо друкувати, менше носитися з паперами, вони будуть в електронному вигляді поширюватися по мережі. Отож, дякую вам за сьогоднішню розмову, дійсно цікаво. Бажаю вам успіхів, бажаю вам нових перемог студентам вашим і нових перспектив у кар'єрному плані, звичайно ж, їм, нових пропозицій, цікавих. Скажімо так, щоб коштів в їхніх кишенях не меншого, а тільки більшого. Адже це нове, скажімо так, русло розвитку взагалі людства і потрібна річ. А спеціалістів, гідних спеціалістів маловато. І приємно, що саме миколаївці займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Я дякую вам за розмову.